уже и Смоленск показался. Если б война, я тогда сразу солдатом бы подался. Возьмем этот городишко и на Москву. По военным правилам сейчас всех положено в солдаты брать. Когда усы вырастут, тогда и посмотрим. Да меня сам Шейн знаешь куда берет? Куда? В разведку. Это же поляки. Тревога! Тревога! Поляки под городом! А как звать тебя? Сашка. Поляки к Авраменским воротам подбираются. Они и дня не продержатся. Зажигай! Бояре нам велят крепость сдать. Сегодня король польский Смоленском позавтракает. Завтра Москвой пообедает. А на закуску Русью ужинать станет. В Москве царь Огненный Щит объявился. Он скоро здесь будет. Я ему сигнал давал. Братья, готовы ли вы умереть за город свой? Я к тебе в стременные пойду. Защищать тебя буду. Огонь! Мы еще можем остановить поляков.